Пазули неплохо подает, закручивает мяч в ворот. Но вот высоты, не хватало высоты. Но вот сейчас хороший полудар. Тимощук. Все, все, гол засчитан. Гол засчитан. Судья на линии. Браво. Браво, гол засчитан. Ну что ж, я думаю, это компенсация за 11-метровые. Ну посмотрим. Но во всяком случае, правда-то есть. Давайте еще раз посмотрим. Ну, надо сказать, что судья на линии сразу флажок поднял. Вот смотрим. Тимощук. Да, из ворот выбивал. Я даже отсюда вижу. Еще раз, вот с этой точки. Смотрите. Тимощук. Смотрите, вратарь где прыгает. Он прыгает за линией. А вот с этой точки еще лучше будет. Итак, Тимощук. Конечно, за уже. Ну и судья. 1-0. Вот он гол, о котором я просил, говорил. 35-я минута. 1-0. Зенит повел.